А где Серега? А нахрена мы тогда играли еще широким ромбом?
Пока что для тренера и его команды все складывается как нельзя лучше. Да, 5 матчей все-таки не показатель уж совсем такой, но видно, как сообща они борются и за повышение, и за чемпионство. И на вес. Пересек мяч боковую линию. Слабенько. Иванович. На вес. Будет угловой. Головой, если это вообще можно назвать удар. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Мяч будет введен из зала. Тот самый? Свистят, а как еще может быть после автогола? Может получиться интересная атака. В центральной зоне. Неплохой заброс вперед. Итак, у нас аут. Я хотел, чтобы ты перевел. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Есть адрес для передач. Опасная передача. Этот мяч до нападающих не доходит. Воздух выигрывает защиту. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Вратарь не подвел. Так он мне хотел. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Иванович. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Пирло. Матюди. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Слишком поторопился игрок. Залез в офсайд. Мяч у соперника. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Решил пробить.
это угловой. Просто здорово сейчас защитник сыграл. Нажрешься, значит. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Он бьет. На самом. Балотелли. Аут. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Ушел мяч. Аут. Браво. Они выигрывают и будут подавать угловой. Слушай, такими темпами он знаменитого бразильца Сенни вратаря нагонит. Не надо. Да, но тот-то бил по чужим воротам, а этот пробил по своим. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Давай гол забейся. Вратарь намертво забирает мяч. Борьба за мяч. Защитник подальше, от ворот выносит. Во время углового оборона должна действовать очень слаженно. Забивать надо! Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. После первого тайма. Thank you.
Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Браво. Блин. Далеко не видно. Я понял. Неплохой заброс вперед. Матюди. Теперь в атаке соперник. Они уже мертвые, смотрите. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Аут. Было. Ну, свалили. Что буду делать? Судья, похоже, снисходительно относится к этому передвижению с тем, как вперед. Вступает в игру вратарь, все под контролем. И как пробил? Хороший удар, но рядом со штрафной. Ребят, я не ЦОП, как бы. И АПП. Ну, Игорь меня сделал тут. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Ну, я ПП. Заброс вперед. Пирло. Защитник прерывает эту верховую передачу. С углового мяч будет введен в игру. Бьет он поворотом. Хорошая игра вратаря и снова угловой. Пробил головой он. На месте голкипер, все в порядке. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял брекли штрафной. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Блять. Подождать, он был в осаде. Уже вперед бежит. Скидка на партнера, следим дальше за этой атакой. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Опасно.
опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Потянул мышцу он по коже. Если это так, то ему, вероятно, понадобится замена. Ну что же, умение действовать не только на ленточке, это одна из основных задач вратаря. Да, вовремя он вышел из ворот и сыграл просто идеально. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Матюди. Отлично сыграно, надо решать. Мяч покинул пределы поля. Они зарабатывают право на угловой. Хороший шанс, чтобы восстановить равновесие в счете. Смотрим, сколько угловых было подано в сегодняшнем матче. А может на вес? Забивать надо! Какой шанс! Браво! Гол! Счет главный! Подстроился под мяч и засадил, что называется. Засадил так засадил, и теперь можно... Ну я подбросил, я подбросил. Было все сделано этим парнем. Снова равенство на табло 1-1. Да-да-да, я тебя слышу. Ну и я же забил. Ищут они разные варианты для атаки. Первый. Первая ничья, походу. Легко вам сжать очко. А само. Мяч перехватит. Защитник молодец. Мяч иди. Неплохой заброс вперед. Потянул мышцу. Сейчас очень неприятно. Добавлено к основному времени тайм. Видишь, они Сережу втроем держат. Оп, Сережа, давай. Какой навес! Неплохой мог получиться навес, если бы не защитник. Отличное взаимопонимание. Какой удар! Да, вот такого от него... Я Роме хотел дать. Из команды и на табло ничья. Это вторая уже ничья подряд. Да, набрано пока всего 2 очка. Может быть, в следующем туре наконец победа к ним придет. Вот так бывает. Мяч оказывается в сетке от своего же. Автогол. Нормальный гол, что? Бразильский. Видал, как я отбираю? Бьет он по воротам. А Володя с девятки мяч вытащил. Пробил головой, о! На месте голкипер, все в порядке. Шанс. У меня защитный винг, этот как его, полузащитник, я не буду бить им издалека, потому что он хреновый удар у него. Ну, Рома побежал вперед почему-то. А
У Володи больше. Не-не-не, я в следующий раз ударю. Первая ничья, кстати, в этом сезоне. Ну, Саня, мы с тобой сегодня по голу забили в матче. Блин. Поговорить с ним, что они здесь играют с ним. Браво!